2584 евро и 52 цента. Gold from the tip of the pen to the grill and the Benz and my friend Wallace and smile for the lens. Lines outside, stretch miles for the kids and the fly around the globe with a soul plane taking the. Я понимаю, наверное, ты подумал, блин, чё за дурак. На самом деле, это именно та сумма, которую мне принесла всего лишь одна из моих книг, причем не самых лучших, на Амазоне в течение года. И если тебе интересно, куда можно вложить прибыльно деньги и получить более 350% годовых на свой вклад, то оставайся и смотри это видео до конца. А сколько денег может вообще, в принципе, принести такая книга, если все сделать правильно? Давайте я покажу просто статистику продаж одной из моих книг на протяжении всего времени с момента, когда книжка была выпущена и до момента создания этого видео, этого мастер-класса. Промежуток примерно, ну, около года. На создание этой книги у меня ушло всего 700 евро, электронная и печатная версия, то есть за обе версии я заплатил 700 евро. А теперь давай посмотрим, сколько же денег она принесла мне за последний год. Давай начнем, пожалуй, с электронной версии этой книги. Итак, ты сейчас видишь график на экране. На графике представлены продажи и прочитанные страницы этой электронной книги. Amazon платит также еще и за прочитанные страницы в электронных книгах. Я не буду показывать тебе название книги, так как я не хочу раскрывать одну из своих ниш. Надеюсь, для тебя это не проблема. Так вот, сверху стоят продажи книги, а снизу прочитанные страницы. И вот сколько денег она мне принесла за год в электронном варианте? Всего 345 евро и 18 центов. Нет, стоп, подожди. Еще была пара евро с американского рынка. Всего получается 347 евро, 347 евро и копейки, 27 центов. Сейчас ты, наверное, смеешься, да, я угадал? Или ты в недоумении? Так мало? Подожди, это еще не все. Это была только электронная книга. В своем коучинге я учу своих студентов держать фокус не на электронных, а на печатных книгах, так как именно они приносят основной доход на Амазоне. Именно печатные книги составляют до 90% всего дохода с продажи книг. Итак, вложил я в эту книгу 700 евро, а отбил через электронную версию книги всего 347 евро и 27 центов. Выходит, что я на 352 евро и 73 центов в минусе. А теперь давай посмотрим, сколько денег принесла мне печатная версия этой книги за последний год. Печатная версия продается одновременно с электронной версией, то есть они одинаково продаются, ну то есть они обе стоят на продаже на Амазоне. Поскольку книга печатная, то Амазон платит только твою маржу с продажи книги, то есть Амазон не может считать, сколько страниц человек прочитал у печатной книги. Думаю, это логично. Итак, на этом графике ты видишь количество продаж в течение года печатной версии этой книги. А вот сколько денег принесла мне печатная версия этой книги. 2237 евро и 25 центов. Давай отнимем теперь оставшийся минус размером 352 евро и 73 цента и получим 1884 евро и 52 цента. Цента прибыли в один год. Причем на рекламу этой книги я не потратил ни цента. Все идет на автопилоте. С начала второго года прибыль от этой книги возрастет и станет еще больше. И это только одна книга, причем не самая успешная и не самая лучшая. Просто эти цифры более реальные для твоего разума, как мне кажется, чем, например, если бы я тебе сказал 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч. Инвестиции в книжный бизнес и в создание качественных, классных книг, на мой взгляд, даже лучше, чем инвестиции в те же акции, в недвижимость или в любые другие виды инвестиций и в ценности. Как ты видишь, книги окупают себя быстро и быстро приносят тебе дивиденды, прибыль с пассивных продаж. А теперь представь, что таких книг у тебя 10 штук, может 20 штук или даже 50 штук, а может все 100 штук.
Представь, что ты запустил книжный бизнес и построил книжную империю, которая работает на автопилоте и требует от тебя всего несколько часов в месяц для развития и роста. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!